קצת, רק קצת. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. מסכימים שזה טוב. ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אמן. כי שמחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך אמן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך. אז אני אתחיל בתפילה ואז אנחנו נמשיך. תודה לך אדון ישוע, תודה לך אדון על הבוקר הזה, העם שלך אדון, שכתוב איפה ששניים או שלושה ואנחנו יותר מזה הבוקר הזה, אנחנו מאמינים אדון שאתה איתנו, שאתה נוכח רוח הקודש פה איתנו אדון, נותנים לך כל הכבוד, כל התפארת לשם שלך הקדוש ישוע, אתה קדוש, ובאמת מכריזים את זה במקום הזה, בלהבות שלנו מתרכזים בך אדון עכשיו, כי אתה באמת אל עליון, תש שלום, פלא יועץ, אביעד, ישוע לך כל הכבוד, אמן. אמן. בוא נתחיל להלל ביחד, נתחיל עם הצדיק בית. טוב להודות.
אמן ולהראות שלנו עכשיו אמן כל הכבוד לישוע הללויה אסת שנשחת עמנו הללויה תודה שמדמחנו שלנו הללויה תודה לך אדון גדול אלוהי
משנה. כתוב. נפיסה. כן, גדול סוד החסידות. И достопословное великое, великое благочестие тайны. Бог явился по плоти, оправдал себе в духе, показал себе ангелом, проведен народом, принят верою в мире, вознесся во славе. Первая часть, что мы говорим сейчас, это смысл, чтобы не было никаких разногласий, это ясно, это факт, и невозможен быть иного, что написано здесь, беспрекословно, Бог явился во плоти. Если написано, это тайна, это, что это значит тайна? Тайна – это очень просто, это то, что как бы сокрыто. Оно сокрыто до тех пор, пока вам не откроется. В Слове Божьем не говорится ничего, определенные большие суеты. Это не то, что писали в книге Сот да Винчи, это не, ничего такого нет, не написано. Здесь это какие-то тайны, одна тайна, еще тайна, еще тайна. У Бога есть определенные тайны, и Он раскрывает нам, как от частности, Бог решает, и Он хочет открыть нам, чтобы мы могли понять план Его и кто Он. Многие тайны, они уже открыты, не то, что это закрыто все, мы кого-то ничто не знаем, нет. Многие тайны уже все познаны тайны. Какие есть части тайны? Я дам вам некоторые примеры. Какие-то определенные, есть определенные тайны. Я хочу показать вам примеры. Кто такой Иисус? Написано, что это сад, это тайна. Петр, он говорит, кто я? Он, Петр говорит ему, ты сын Бога живого. Это не потому, что не человек тебе открыл, а Бог. Это не было ясно. Это то, что Господь открывает Петру. И Петр говорит, ты сын Бога живого, ты Мессия. И еще Царство Божие, тайна. Это Он раскрывает эту тайну. Это Он говорит, план Божий. Иисус, Он открывает это и своим апостолам. Но Он не говорит, что Он открывает другим людям. Это все написано в Евангелии не евреям. Только эти вот тайны, которые говорится об этом. Сод. И тайна Мессии. Есть еще тайна воли Божьей. Это тот, что план, который был осуществлен во всем мире. И третье. И тайна – это церкви. Церкви Божьей глобально. Это то, что открывается. То, что Иисус открывается, это не было в Ветхом Завете. Пророки об этом не знали, но Бог знал, что придет определенное время, и все это будет открыто всем народам, всем церквям о тайне Божьей плана. Еще есть много, мы не будем говорить обо всех, но это то, тоже Евангелие – это также тайна. Он просит молитвы, чтобы он эту тайну мог хорошо говорить другим людям. И то, что мы, кому мы евангелизируем, или кому мы говорим, мы открываем тайны Божьи. Это не просто знание какое-то, это тайны, то, что Бог открывает. И мы говорим о том, что написано, благочестие, великая тайна благочестия. 1 Тимофея, 3 глава. Шестнадцатый стих он говорит. Мы говорим, перед тем, как я хочу сказать, точно я хочу вам сказать определенные тайны. Почему есть тайны? Почему не говорить просто так, сказать без тайн? И не то, что ты хочешь сказать. Просто так, сказать человеку. Можно спросить, почему не написано? Почему написано в Писании, если сказать об Иисусе, ясно. Почему Бог сокрывает что-то, не говорит конкретно, просто так? Почему это предупреждает Иисус, чтобы никому не говорили об Иисусе Христе? Если ты хочешь, чтобы тебе поверили, так скажи всем.
Но прежде всего, все эти знаки, которые должны быть, то, что он не делал, они будут. Да, он открывается нам, для народа Израиля, для всего мира. Народ Израиля в Египте или в пустыне. Они говорили, не знали, кто он. Был столб огненный, был. Они видели, что море раскрылось. Было 10 наказаний Египта. Вышла вода из скалы. Был хлеб из небес. Можно взять Израиль, и мы хотим взять его как пример. Народ Израиля в пустыне видит все, что видит там, но никто не поверил. Нет, это не поверил. Только два человека из всего того поколения, которые вышли из Египта, только два человека, Иисус Навин и Вехалев, поверили. Только они вошли в эту обетованную землю. Но мы думаем, что если мы больше увидим, если мы больше уверуем, это неправильно. Да, Бог сам открывает себя, конечно. И все мы хотим говорить то, что было в пустыне, еще было Слово Божье. Это Ветхий Завет, который важен нам. Это были все знаки. Написанное там все, что там, написано то, что, но то, что важно знать, было написано в этой книге, все, что необходимо знать для нашей жизни. Написано, что об Иисусе Христе, если верующий, если весь мир уверовал или читает это Писание, нет, конечно, но Бог сам себя открыл. Но прежде всего, почему Бог не говорит? Это ясно. Прежде всего, он говорил это раньше, четко и говорит сейчас, сегодня. Когда мы говорили в пустыне, когда народ был в пустыне, мы видели слова его, пятикнижие Моисея. Все могут знать, кто Бог, через вещи, которые были открыты. И поэтому никаких условий он не принимает. И у кого человека нет этого Писания, у него есть глаза, у него есть уши, и он может сам чувствовать. И ты есть тот, кто создал тебя, создал этот мир. Это то, что Бог себя открывает явным смыслом. Это не значит, что есть какие-то определенные тайны, что Бога невозможно слышать, его не видно. Почему он сам себя не открывает каждые 5 минут человеку, или как Иисус, открывает себя четко и ясно? Потому что он ищет верующих. Тот, кто ищет, тот находит. Но Бог хочет, чтобы люди искали, чтобы мы были активны, читали Писание и понимание. И он дает нам достаточно, чтобы мы могли уверовать. С другой стороны, он дает нам... И с другой стороны, он чуть-чуть скрывает от нас, чтобы мы могли больше и больше искать, углубляться в Писании. Это вера. Ты не можешь все познать. Ты веришь в то, что написано. Веришь в то, что ты читаешь Слово. Тот, кто ищет и хочет уверовать в Бога, он найдет его. Вокруг его, в Слове его, тот, кто не хочет веровать, конечно, не найдет его. Даже если он не будет смотреть вокруг себя, по природе, или не будет читать. Потому что Бог говорит, ищешь ты меня или не ищешь ты меня. Он, если ты ищешь, он дает тебе... Дарует руку свою, но чтобы ты взял эту руку и обратился к Богу. Почему нет тех причин, что Бог постоянно открывается, постоянно говорит? Потому что Он Бог. У Бога есть определенный план, и у Него есть решение, Он знает, когда и что. И время приближается, и Он еще открывается больше и больше со временем. Но самое открытие – это Иисус в Новом Завете, то, что Бог явил самого себя. И с этими вопросами мы еще не получали эти ответы. Надо все помнить. Бог, Он благой, Он мудрый и
самый великолепный. И у него план, и он знает, что делает. Второе. Самое то, что важно. Мы, да, может видеть его. Он не отвращается от нас. Он дарует нам все. И еще. Кто открывает эти тайны? Тайны, которые ты не знаешь. Он должен кто-то открыть тебе эти тайны. Кто это может открывать? Вопрос такой простой. Кто? У кого есть пара глаз? Пара глаз. У кого есть? У кого есть пара ушей? Слышащий. Уши это важны. Не только то, что уши, которые на нашей голове, но еще есть уши сердца, когда мы слышим, что входит и физически, и приходит в сердце. И то, что ты духовно избираешь. Мы все можем открывать. Ну как мы открываем? Кто может открыть нам эти тайны Божьи? Сам Бог. Сам Бог. Отец наш Небесный. Не плоть и кровь открыл тебе, но Отец Небесный открыл тебе, Петр сказал. И Дух, который находится в Христе в нас, Он открывает нам эти тайны. Народ Израиля, когда читает в Ветхом Завете, он не видит истину. Когда увидели Мессию и познали, открытые глаза были и все поняли. И кто еще? Дух Божий открывает нам. И Дух Божий открывает нам глубокие тайны. Тайна – это не то, что это что-то... Понимаешь, духовно это то, что Бог должен тебе открыть, духовно эти тайны. Не просто это поверить, прежде всего нужно, что Иисус Христос, Он Мессия. Также написано, что сатана, они тоже веруют, они не покоряются ему. Но ты не покоряешься, если ты не покоряешься, тебе тайны ты не могут быть открыты. Он использует ангелов, пророков, Слово Божье, и все, что вокруг нас случается, что были открыты нам. Природа мы видим. И как мы можем это все понимать? Евангелие, пришел Иисус Христос на землю. Почему это важно? Бог благ. И хорошо нам знать, что Он говорит нам. Когда мы знаем истину Божью, мы думаем правильно, мы видим верно. Тот, кто не знает Бога, как слепой, как глухой, у тебя нет направления, ты не знаешь, куда ты пришел, человек неверующий в этом мире. Ты не знаешь действительность в этом мире. Ты думаешь, но ты не знаешь. И подумайте слепого и глухого, который в музее, и ты идешь потрогать дорогие вещи, но ты не трогаешь Бога, ты не знаешь Его. Ты не можешь потрогать себя, потому что ты не знаешь Бога, ты не можешь понять самого себя. Ты можешь пострадать, ущерб своей семье, ущерб принести себе, самому, потому что только Бог открывает тайны, как верно вести себя в этом мире, как знать в этом мире, как понимать, как ходить в этом мире правильно. Как Пилат, такие люди, которые 1 Коринфянам 2, 8 стих, он говорит. И тот человек, который в этом мире не знает, потому что познавший Бога, не могут отвергать Бога. Или правители этого мира, первосвященники, если бы они знали,
И если бы они знали, кто он Иисус, они бы знали тайны мудрости Божьей. Когда мы понимаем всю истину, если мы не хотим принимать Бога, мы становимся противниками Божьими. Мы не можем познать всех тайн Божьих, которые Бог дарует нам. И это я хотел сказать о тайнах, которые... И мы сейчас войти в эту тайну. 1-3-16 стихов. И беспрекословно, великая благочестие тайна. И это вот беспрекословно, что не может быть без всяких разногласий, без разногласий. И все верующие в церкви должны понять о том, что написано. И беспрекословно, что такое благочестие тайна. Я не знаю греческого языка, но я проверял, который... Написано о Боге, о том, что сам Бог. Великое благочестие тайна. Бог явился в плоти. Эта тайна, она относится только к Богу. Кто такой Бог? И что Он действует в этом мире? Почему? В разных написано, во многих переводах написано о Боге, написано или благочестие написано. Он открылся себя в плоти, он пришел во плоти. Также на речи написано, он открылся во плоти. Это нелегко другим услышать. Это для препятствия для евреев, глупости для греков. Что такое Бог явился во плоти? Но это основание того, что Бог пришел на землю во плоти. Иисус, Он не только человек. Он не только Мессия. Он также и Бог. Он Сын Бога. И Он тоже самый Бог. Он просто личность Божья. Никто не видел Отца, кроме Сына. Это основа нашей веры. Мы должны быть уверены в том, что Иисус, Он Бог. Бог открылся во плоти, Бог пришел во плоти. Если это тайна, сам Бог говорит нам, сам Дух открывает нам. Если бы этого не было, не открывал нам ни Дух, ни Бог, мы не понимали всего этого. И тот, кто не уверен, у кого есть сомнения какие-то, есть определенные части, где можно читать про это, чтобы Господь открылся духовно нам. Я хочу вам некоторые вопросы спросить у вас. Если Иисус, Он только человек, как Он может быть, что Он не согрешил? Просто в Писании написано, не человек, который бы не грешил. Если Он человек, если Иисус, Он только человек, как Он, что... Как Он может быть, что Он был, прежде чем был Авраам, если Он только человек? Как может быть, что Он говорит, «Я первый и последний»? Алиф и Тав, что также это сам Бог о себе говорит. Если Бог сотворил Иисуса, как может быть то, что Павел говорит о нем, что он, чтобы он был как бы достоин Бога, он унизил себя, как он был сам Бог, как же он мог быть сотворен Богом, если он был равным Богу? Если Иисус, Он человек, как мы можем говорить об было слово, слово было от Бога, и слово стало плотью. Как это может быть? Даже те, кто противится, понимали, Он делал себя равным Богу, поэтому они хотели убить Его, эти первосвященники. Враг Христа, он ожидает, он делает подражение себе, как Мессия, сам Сатана делает, подражает Мессии. Это очень интересно.
Это истина, очень сильная, важная истина, что это тайна без разногласий. Почему это так сильно важно? Если это не важно, если это неправильно, тогда наша вера просто неправильно, поэтому у нас есть надежда в основании, что Бог явился во плоти, у нас есть надежда, если Иисус воскрес, и Он воскресит нас, чтобы мы могли идти вперед. И объяснить человеку, что такое, как видеть цвета в этом мире, если он не верит, что есть цвета в этом мире, как он может видеть их? Человек видит мало своим взглядом, но Бог, у него взгляд намного шире. Это то, что Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе. Народ не принимал Израиля Иисуса. И мы знаем, что Иисус был оправдан, потому что Он был воскрешен, Он победил смерть. Он был праведен в глазах Божьих. Он также сделал свое крещение. Он был на горе преобразования. Он был праведен, Он не был грешником. В этом мире есть две дороги, которые мы можем идти. Первая – это плотская дорога, как грешная дорога. Если я грешу, так это дорога плотской. И вторая дорога – это духовная. И Иисус шел, Он шел духовной дорогой, Он был оправдан в духе, потому что у него были искушения, как у человека. Но не было у него невозможности, он не мог согрешить. Вторая часть, написано, показал себя ангелом. Мы знаем, что ангелы, они видели часть Христа на небесах. Но когда Иисус был 40 дней в пустыне, ангелы спустились и служили Ему. Еще часть, которую мы хотим объяснить. Посланники на греческом языке. Ангел – это посланник на греческом языке. Когда Иисус воскрес, Он показал Сам Себя всем апостолам. Он был как ангел. Он не умер для ангела, он умер для человека, Иисус, проповедан в народах. Напоминает нам то, что Иисус, когда... Идите, скажите всем народам, проповедуйте всем народам. Он открылся всем народам, не только евреям, но всем. То, что мы читаем в Деяниях апостолов. И еще принят верою в мире. Первые, которые народы, которые приняли Христа, первые, которые приняли Корнилиус, первый, он принял, он был не еврей, он был язычник, он духом принял Иисуса Христа, верой принял. Когда мы говорили о тайнах, есть минимум три тайны, которые говорится об этом. Вера идет, она распространяется всем и язычникам, и апостолам, и всем. Что я могу сказать? Бог показывает всем, Он дает Дух от Себя всем. Есть очень много верующих во всем мире, и поэтому, когда было распространение Святого Духа, Евангелие было очень написано дальше, вознесся во славе. Да, Он вознесся во славе, потому что Он закончил свою работу на земле. Когда Он сказал на кресте, Он сказал, «Совершилось». И поэтому, когда Царство Божье
тот, кто сам себя унижает, он сам был унижен, как раб он пришел. И тот, кто унижен будет, он в Царстве Божьем будет возвышен. И он вернется второй раз, чтобы всех нас собрать, и он поделится с нами своей славою, со всеми теми, кто верует и живет Христом. И еще мы говорим о тайнах, что такое тайна. Множество тайн мы знаем, и мы говорили об этой тайне благочестия. Безусловно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это тайна, можно сказать, простая такая. Но сверх того, я хочу сказать, что Бог сделал свои духовные действия, чтобы мы действительно могли понять и уверовать в то, что написано в Слове. И почему? Если бы Он это не открыл нам, если бы он открыл нам, мы думали, Иисус хороший просто человек, как человек, и просто мы бы шли так, просто хороший человек, просто понимали этого стих, просто Бог явился во плоти, поэтому написано, что это великое благочестие тайна. Почему мы должны уверовать в это, этому сосредоточиться, потому что следующая часть, 4 глава. Первый стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Первый стих, 4 глава. Написано о дьяволах. Это те, которые и ангелы ведутся своим же духом, чтобы обманывать человека. Человек, когда уходит от веры, когда уходит от Бога, он не понимает. Сначала он думает, все хорошо. Я еще до сих пор верующий, я верующий, я молюсь. Он не понимает, что он находится под действием сатанинским, что ты человек оставляет Бога, и он не понимает еще этот. Кто говорит этими? Сатана, это были раньше ангелы, но они решили уйти от Бога, идти своей дорогой. Они не хороши для нас. Они идут забрать человека, они убирают его от веры, и поэтому важно понимать нам, чтобы мы были путем Божьим, истиной Божьей шли, никакими другими духами мы не учились. Это то, что опустошает нас, и оно не открывает нам никаких тайн. И иногда в последний момент ты поймешь, что ты ушел от истины. Это их действие, работа сатанинская, отводить человека, убирать его от веры. И у них очень большой опыт набрать людей, чтобы забрать, вести их с собой в ад. Это у них работа, это ложь. Да, потому что сатана, он отец лжи. Когда ты обучаешься другим истинам, ты уходишь от Бога. И мы можем четвертое Бытие 3, 4.
3-4. Берешит, гимель, пасук 4. Бытие 3-4. Что сатана говорит? И сказал змей жене: нет, не умрете. То, что Бог сказал? Бытие 2:17. Что Бог говорит? А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Сатана говорит: не умрешь. И Бог говорит: умрешь. Все наоборот. Это не потому, что Ева поняла. Бог говорит белое, ты говоришь черное. Есть что-то между этими, я должна понять, и поэтому должна принять что-то. Хорошее, красивое дерево. Почему один говорит нет, другой говорит да? Она сказала этому сатане. Он сказал ей: в определенное маленькое время. А действительно попробовал, да, действительно хорошо. Это было отлучение, можно сказать. Она даже не понимала, как это случилось. Она больше уверовала в того, кто ничего не знает, вместо того, чтобы веровать Богу. Бог говорит вот так вот, это линия, которую нельзя приступать. Если ты переходишь эту линию, это уже не от Бога. Сатан написано, что он был хитрее всех змей. И мы не видим сейчас... видим этого сатана с этими рогами, со хвостом, с копытами. Мы это не видим сейчас. Он идет определенной формы, может сказать, как человек приходит. Например, Бог не сотворил этого мира. Он не входит в частности, он просто говорит, Бог этого мира не создавал. Есть очень много частностей, что да, надо узнать. Да, мы понимаем, да, это не Бог этот мир сотворил, это не от Бога все. Мы не будем входить здесь в частности, сотворил ли Бог этот мир или не сотворил Бог этот мир. Мужчина и женщина. Есть мужчина и женщина. Сегодня есть. Мы не уверены. Ты должен сам решить. Ты должен решить, мужчина ты или женщина. Вы должны сами решить, мужчина вы или женщина. Это просто перевернуть всю основу того, что Бог сотворил. Бог сотворил мужчину, потом Бог сказал, давайте Богу приведем помощницу женщину. Это не то, что я верю в Бога, но потом я как бы, я не знаю, есть мужчина или не женщина. Если я начинаю играться с этими частностями, тогда я отпадение от Бога. Но Бог сказал конкретно, есть мужчина и женщина. И когда мы приходим к этим ошибкам, потому что этот мир больше совращает и больше совращает, иногда люди лучше хотят слышать этот мир. Но Ева пришла ту линию, которую Бог сказал не переходить. Это была ее ошибка. Есть очень много истин. Иисус, да, хорошая дорога, но есть еще и другие дороги. Да, мы все верим в одного Бога, Аллах, мусульмане в Аллаха, мы евреи в Бога. Это не одно и то же. Кто-то читает Коран, кто-то читает Писание, Новый Завет. Это не одинаково, совершенно не одинаково. Есть у Бога есть личность. Это не та личность, которая читает... И Иисус сказал, я дорога истина. Никто не может прийти ко мне как через Бога.
когда люди вышли из Египта, только было одно, которым, если они только ночью должны были помазать косяки кровью, и другие говорят, не-не-не, да есть другие дороги. Есть какая-то определенная, покрасим краской, не кровью овна, а просто мы закроем сильно дверь, и все, никто не может выйти. Все хорошо слышится, но по тот момент, когда Бог придет своим действием, у кого есть только на косяках эта кровь Агнца, только тот может быть спасенным. Никакая краска, никакой замок его не сохранит. Но когда мы приходим к тому решению, которое говорит Бог, и когда мы умираем, видим истину, когда они увидели эту истину, когда они умерли, если вы не будете кушать этого дерева, но не покушают с этого дерева, и они умерли, но не поверили сатане, не поверили Богу. Но это вы уже покушали, это уже поздно. Если мы видим, или так, поэтому есть две дороги. Дорога истинная, дорога неправильная. И здесь мы читаем, как мы видим, что в последнее время будет учение обольстительное. Приходят люди, которые неправильно говорят, не преподают правильную истину. И люди, которые закрывают себя в сектах, лидер секты, он очень хороший человек, он говорит, что делать хорошо, нужно как правильно делать. Только он делает великолепные чудеса, которые никто никого не делает. Но это то, что ты закрываешь себя от истины. Как я могу знать, как я совращаюсь с пути? Это все это не физические действия, это все духовные действия. Если я ухожу от истины, если я думать начинаю о Боге, действительно ли Бог прав? Если Он милостивый Бог? Люди начинают то, что сатана делает с человеком, то, что он сделал с Эвой, он сказал, не верьте Богу. Он не хочет, чтобы было вам хорошо. Он как бы отводит вас от хорошего. Когда человек начинает так думать, но я, может быть, не вижу никого, но сатана хочет совратить тебя и увести тебя с дороги веры. Если Бог говорит нам, что нельзя смотреть, вот это вот только черное или только белое. Если ты сам уходишь и сам все делаешь, ты возвращаешься с пути. Как я должен понимать, сошел я с дороги или не сошел я с дороги? Я, прежде всего, я понимаю, что я знаю эту книгу хорошо, что я читаю эту книгу. Не только говорю с людьми об этой книге, но ты сам изучаю эту книгу. Ты когда знаешь это Писание хорошо, что ты можешь цитировать, но ты кто-то говорит тебе то, что не написано, ты сразу говоришь, что такого нет в Писании. Кто-то также с деньгами. Мы не изучаем все, мы изучаем первый штар. Первую бумагу, то, что на бумаге, ты чувствуешь его, а то, что этого нет на бумаге, ты уже понимаешь, что это не действительно деньги. Но слово его, то, что в Писании написано, ты знаешь, что если написано в Писании, так говорит Бог, то есть это истина. И ты слышишь это слово, и ты живешь этим. И те люди, которые люди уходят от веры, здесь говорит о некоторых первых. Нельзя жениться и нельзя кушать.
написано здесь. Что была проблема с пожениться? Что? То, что не написано в слове, Бог не говорил такого, что нельзя жениться. Мы не должны об этом думать. Бог не говорил. Но тот, кто говорит, что нельзя жениться, это неправильно. Женщина дана человеку, чтобы быть вместе, чтобы дать вам питание, чтобы хранить свою жизнь. Это все благие вещи для человека. Бог не ограничивал нас. Но важно то, что Бог дал нам для народа Израиля. Он говорит, вам лучше слышать то, что вокруг вас говорит человек, не то, что Бог говорит вам. И поэтому люди ищут религию, что можно, что нельзя. Лучше на Боге сосредоточиться, на том, что Он дает нам Мессию. Вот в этом самое главное. Но были пожениться, это было от Бога, данное слово. Жениться. Я понимаю людей, которые не женятся, может, скопцы какие-то или что. Но это нет такого варианта, что запрещено вообще жениться. Тот, кто может сам себя ограничивать, тот может не жениться, но это нет такого закона, что нельзя не жениться. Не говорим, что каждый человек должен не жениться. Но есть люди, которые не хотят жениться. Но если я более духовный человек какой-то, это не значит, что даже духовному человеку нельзя жениться. Насчет еды. Бог, который сотворил нас и даровал нам эту еду, и в Новом Завете Он говорит, все это еда, это все благословение от Бога. Раньше были, может быть, некачественные, но все верующие знают истину. Знаете, истину, истина освободит вас. Если есть что-то, какие-то запреты, но это Бог все благословил, всю пищу. Все благо от Бога. Написано Слово Божье, написано благое. И мы должны молиться, просить от Бога, чтобы Бог благословил ту пищу, которую мы едим. Мы сейчас будем заканчивать. Исаия. Исаия. Бог вывел нас из тьмы и даровал нам свет. Мы хотим держаться всего, что Бог даровал нам. Это все, что Бог открылся нам по плоти. И почему в этом важно верить, если мы держимся этой истины, лжеучителя, которые приходят в этот мир, они не могут нас отвести от истины. И мы познаем Слово Божье, и мы знаем, что Бог хочет нам сказать, и как Он ведет нас в этой жизни. И последний стих. Первая Тимофея 4. Пятый стих. Потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Павел говорит. Четыре, шесть. Слушай сие, братья, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами, верой и добрым учением, которому ты последовал,
1 Тимофея 4, 6. Мы хотим сказать, что Писание, Слово Божье, оно благое для нас. Оно действует на нас во благо. И поэтому мы должны познавать его и знать истину Божью, пути его. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарны мы Тебе за Твою истину, которую Ты открываешь нам, свои тайны Божьи. И Дух Святой открывает нам все и помогает нам. И помоги нам, Господи, больше и больше погружаться в Слово Твое. Быть очень, очень нуждаться Тобою, Словом Твоим. Быть верными Тебе. Благодарение Тебе, что Ты открываешь нам и даешь нам эту истину. Во имя Иисуса Христа. Амин. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да озарит Тебя Господь светлым лицом Своего и будет милостив к Тебе. И обратит Господь к Тебе лицо Свое и дарует Тебе благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. עוד שיר שדינה וארקדי יעשו רק כזה על כינור ופסנתר. אתם מוזמנים לשבת או לעמוד מה שרוצים. צוות הלילה אתם יכולים לשבת.